Продолжается подготовка механизированной колонны парадного расчета войск Минского гарнизона при подготовке к параду ознаменования 75-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне. Подготовка осуществляется на специализированной площадке аэродрома Липки в течение 5 недель. Особенностью данного парада и участия механизированной колонны будет являться то, что в составе механизированной колонны представлены образцы вооружения военной и специальной техники новых, модернизированных и перспективных образцов. Общая численность механизированной колонны включает в себя 18 парадных расчетов общей численностью 185 единиц техники. Прохождение колонны будет в течение 10 минут со скоростью 14 км/ч, протяженность колонны 1800 метров. Для подготовки к параду отобраны самые дисциплинированные, подготовленные военнослужащие, которые в процессе подготовки повышают свое мастерство на вождении техники, техническое обслуживание. Личный состав к подготовке относится добросовестно, с чувством высокой ответственности и к проведению парада готов.